Всем привет! Сегодня мы пришли вот сюда, где камни, скалы, покупаться. Мы вчера здесь погуляли. Вчера здесь были сильные волны, сегодня поменьше. Пошел. Хочу, говорит, сюда сходить. Вода теплая. Когда ветер, то, конечно, прохладно становится. Когда ветра нет, прям замечательно. Люди купаются. Здесь далеко мелко, как ни странно. Я вот сижу, вот такой вот обрыв. Я думаю, понятно. Вот мы спустились сюда. Наверное, тяжело заходить, потому что там камни. Вот он сколько уже идет, мелко. Там тоже мужчина. Вон он. Плавает. Голова торчит. Так хотелось ему здесь поплавать. Тут такой прям отъявленный запах моря. Там в бухте он так не чувствуется, как здесь. Здесь, потому что вот выход в открытое море из бухты. Вот, буквально вот здесь. А там бухта Геленджикская. Посижу, послушаю шум моря, повдыхаю его аромат. Ой, как хорошо. Такой, наверное, у нас сегодня пассивный будет отдых. А я вот тут сижу и жду. Смотрю, здесь красивый вид. Сегодня крайний день нашего отдыха. Завтра мы едем домой. Наверное, нет смысла продлять, потому что погода изменилась, стало прохладнее. Не знаю, когда будут эти ролики, потому что мне вообще некогда монтировать абсолютно. Мы весь день где-то ездим, гуляем, и когда приходим домой, уже без задних ног и абсолютно не до монтажа. Ну, выйдут, значит, позже. Всем желаю хорошей погоды и всего самого лучшего. И всем привет из Геленджика. Ну, вроде нравится. Это хорошо. Камни, наверное, сложно идти. Ползет, в общем, на руках. На руках ползет. Холодно? Ну и сиди там. Вытирайся. Еще пойдешь или нет? Пойдешь? Вода кипяток. Ну прям кипяток. Вот, смотрите. Черноморская киностудия. Здесь снимают какое-то кино. Вот они атаковали. Тут вот столько места. Перекрыли и снимают какой-то интересный фильм, наверное, или что они тут снимают, не знаю. Люди смотрят, я тоже остановилась посмотреть. Тут у них гримерочная.
грим написано. Костюмы, сумки, все у них. Там у них туалеты, похоже, свои. В общем, у них тут все свое. Интересно, что снимают. А мы со столовой идем. Поели вкусно. Столовая 88 все-таки самая вкусная еда там для нас оказалась. Ветер стих. Хорошо. Ну, солнышко. Как-то оно это иногда выходит, иногда уходит. Ой-ой-ой, боюсь я этих самокатов, они на такой скорости ездят. Мы стараемся не ходить по этим дорожкам, а тут и дорожек-то для них нет. Так, что там? Вода 18? Ну, это неправда. Это чистая неправда. Вода теплее гораздо. Гораздо теплее. Да, и теплее, чем вчера. У них что-то тут как-то это... обманывают эти градусники, термометры. Мы вечером вышли на набережную прогуляться. Крайний день перед отъездом нашим. Завтра утром мы отсюда уезжаем. Как красиво. Туда пойдем? Туда уже миллион раз ходили, да? Пойдем, значит, в ту сторону. Прогуляемся. Уже темнеет. На этом пляже, наверное, все-таки здесь больше правды, да? Хотя воздух, мне кажется, больше. 21-22. Не доверяйте присмотру вещей незнакомым лицам. Народ все же есть. Ветра нет. На улице хорошо. Мы купили вина с собой. Вот проходим мимо администрации, идем домой. Сколько у нас время уже? Много, да? Полдевятого время вечера. Мы идем домой. Сегодняшний день закончен наш. Желаем всем всего самого доброго. И до встречи, пока. Наши спокойные, а не пожелаешь.